Дорогие саратовцы, меня зовут Вячеслав Максюта, и я поддерживаю акцию телеканала «Саратов-24. Твори добро». Чтобы этот ребенок жил, его родители каждый месяц должны платить немалые деньги за медикаменты. У 3-летнего Володи удалена часть кишечника. Он не может кушать обычную еду, поэтому получает специализированную пищу внутривенно через постоянный катетер. На все это и на лекарства ежемесячно нужна большая сумма денег. Семья маленького Володи малообеспеченная. Мама не работает, так как ухаживает за больным сыном. Препаратов хватит только до 21 января. Поэтому экстренно нужна любая посильная помощь. Номер банковской карты на вашем экране.